Привет, Дима! Привет! С вами канал Артмания. Нам делать кухонный гарнитур наконец-то. Да! Да! Что это? Вот это почти. Дима помылся. Дима зачем-то достал какашечку. Теперь у него кудри. Посмотрим, как долго они будут держаться. Да. Ты какой сладкий. Еле отмыл тебя, мама. Еле-еле. Камера. Тетушка камера. Немножко покажи. Стоят тут доски у нас. Там вот уже лежит. Ну, в принципе, так у нас ужасно. А вот Дима чистенько. Ку-ку-ку! Ха-ха-ха! Ты какой красивый! Вот, потом покажу вам кухонный гарнитур, когда его сделают. Вот кармашек. У Димы кармашек есть. Давай, ну клади туда. Молодец. И оставляй там. Дима чистенький теперь, а мама грязненькая, да? Тебе попачкают. Тюпа-тюпа-тюпа. Тюпа-тюпа-тюпа-тюпа-тюпа-тюпа. У нас в семье такая игра есть. Один помоется, а другой даже чистый, но мылся, допустим, пару часов назад, считается грязненьким. Мы играем, типа, ой, я тебя пачкаю-пачкаю. Ой, я тебя пачкаю-пачкаю. Пачкаю-пачкаю. Пачкаю, ты чистенькая, грязненькая, 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 грязненькая. Что там у тебя? Ну? Ну, оставляй ее там, давай. Давай там, я тебе ее положу. Опа. И все, она в кармашке. Да. Ты сладкий. Папа. Нет, дядя там. Дядя. Дима я немножко сдвинула. Думала, что сюда тоже будут доски класть. Но половина не поместилась до сок. Они были в подъезде. И, кстати, у нас 3 часа. Время. Вот были в подъезде, уже их достали. Уже осталось немножечко. Они с 10 часов у нас пошатся. Даже чуть-чуть попозже. В 10 они как раз уже позвонили в домофон. Уже 5 часов там делают. Да. Дима. Какой сладкий Дима. Давай, давай, вот, молодец. Целый мешок игрушек сложил. Куда ты его понесешь? Куда ты его собираешь? Ты куда-то собираешься, да, Дим? Куда ты собираешься? Что ты с собой берешь? Ты с собой носки берешь? Носки берешь с собой? Ну, зачем ты взял носки? Носки ты взял зачем? Для чего они нужны? Да, они одеваются на ножки, правильно. На ножки одеваются носочки. Ты их с собой в путешествие берешь, да? Зайка. Зайчонок. Ты их убрал, да? Ну ладно. Ты не берешь их с собой, да? Кто там прячется? Дима прячется? Что ты нашел? Носок? Носок куда одевается? На шею, что ли? Куда одевается носок? Куда ты мне даешь носок? Спасибо. Спасибо. Мне носки нужны как раз. Что ты мне еще хочешь дать? Книга. Какой ты молодец у меня.
Книжечка, да, зайка? Что ты мне еще дашь? Книга. Книга. Повтори. Книга, Дима. Ты все, мешок сложил, да? Это ты куда с собой возьмешь-то? Опа. Что ты там сложил? Мешок целый сложил, целый мешок. Куда ты это все понесешь? А? На, за ручки бери его. На. Складывай, молодец, складывай обратно. Аккуратненько. И эти два тоже бери. Молодец, достал и обратно складывает. Умничка. Давай, давай. Складывай. Эй, 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 ты что там берешь? Брать там не надо ничего. Все, игрушки складываешь теперь, да? Складывай игрушки на место. На место будешь их складывать? Что ты строишь, домик? Ай-яй-яй-яй-яй. Давай спать будем, Дима. Время уже 3. У тебя в 3 часа начинается дневной сон. В 3 у тебя. С 3 до 6. А потом тебя выпущу, ты еще будешь бегать. Мама тебя накормит сейчас. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Тыкай ее пальцем. Ай, Дима. Я прибралась. Вчера нам сделали кухонный гарнитур, поставили. Осталось всего немножечко там доделать. Кое-какие мелкие детали. Я вам его покажу попозже немножечко. Как всегда, там получаются небольшие ошибочки, когда его ставят, и должны еще прийти доделать.